Друзья, всем привет! Я очень рада приветствовать вас на своем канале о флористике. И сегодня у нас тема, которую давно ждали многие, это каллы и как работать с ними. У многих есть запросы на свадебные букеты, поэтому я решила записать это видео специально для вас. И в первую очередь хочу сказать, как же работать с каллами. На самом деле каллы достаточно неприхотливый цветок с мягким стебельком, да, с таким зеленым. Вот такой у нас необычной расцветки сегодня каллы. Что нужно? Каллам не нужно много воды. Обычно я наливаю в вазу 3-5 сантиметров воды. Этого вполне достаточно. Иначе каллы загнивают, и стебель может повреждаться и размягчаться, и таким образом мы потеряем цветок. У каллы нет листвы, и это очень хорошо, ее не нужно зачищать, не нужно тратить на это время. И в целом калла является свадебным цветком, цветком для свадебного букета. Особенно такие сорта, как белые, цветные даже, возможно, да, есть невесты, которые предпочитают именно каллу и отдают предпочтение ей. Поэтому сегодня в рамках этого мастер-класса я хочу собрать небольшой свадебный букет именно из этого цветка и рассказать вам особенности сборки свадебного букета из калл. Сегодня у меня 40 штук калл, и сейчас мы сделаем свадебный букет. Я думаю, что если вы не работали никогда с каллой, то собирая свадебный букет, вы действительно получите удовольствие. Это будет один из самых любимых ваших букетов, потому что это действительно просто. Есть секреты, которыми я хочу с вами поделиться. У калл определенная форма бутона, да, такой бокал, и нам нужно сделать так, чтобы на внешнюю сторону смотрели вот эти уголочки, да, краешек бутона, и таким образом его располагать. То есть не в разнобой, да, а именно так. Меньшая сторона бутона внутрь, и на краешек выходит продолжение, так скажем, бутончика. Мы сейчас с вами соберем такой круглый букетик. Букеты, на самом деле, из калл бывают разных форм, могут быть вытянутыми, могут быть круглыми. Это могут быть мелкие каллы или крупные. Даже бывает, заказывают букеты из калл из 9 штук, например, из 11, из 15. У меня были, мне кажется, разные варианты за всю мою практику. И у девчат, у наших учеников тоже, в чате выпускников девчата делятся своими букетиками из калл. Но, пожалуй, круглая форма, она действительно самая популярная, как и с пионами, как и с другими цветами, с каллами то же самое. Мы собираем букетик по спирали, не в параллельной технике, то есть у нас здесь идет такая небольшая спираль, да, все равно угол наклона есть. В параллельной технике я не собираю свадебные букеты, да, все-таки спиральку придерживаемся, и тем самым букет получается наиболее аккуратно и такой классической формы. Прокручиваем спираль в руке и продолжаем сборку. Мы с вами аккуратно уложили 39 калл. Мне нравится, как получилось, и глубина цвета, и форма. Да, можно делать букет более круглым, можно сделать вот такой формы. Да. Обратите внимание, как расходятся цветочки. Если где-то угол недостаточно отклонен, вы всегда можете повернуть стебелек, найти нужную каллу и поправить ее, да, уже в финале, в конце сборки. И далее перейдем к ручке, оформим ее красиво, и наш букетик будет готов. Ну что, мы добавили ленту, оформили ручку, нам осталось лишь подрезать каллы. Я рекомендую подрезать их ножом обязательно, да, ровным срезом, как обычно мы это делаем, оставляя где-то 5-6 сантиметров после ленты. И вот такой букетик сейчас отправится к моей невесте. Пишите, какие ролики хотите увидеть в следующий раз, обязательно подписывайтесь на канал, пишите свои вопросы, комментарии, и, конечно, буду записывать для вас новые уроки, новые мастер-классы, и всех жду на наших курса о флористике. С вами была Елена Попова. До встречи на следующем уроке. Пока-пока.